Друзья, всем привет! Привет, YouTube! Привет, каждый наш подписчик! Сегодня у нас стрижка всех хвойных растений. На данном участке 28 хвойных, с которых 24 можжевельник Blue Arrow. Вот, и вы видите, уже постригли вдоль забора, какие они стали красивые. Стали как солдатики, а то были очень такие, знаете, развалились. Сейчас как раз период стрижки хвойных растений. Май месяц вы смело можете стричь. Вторую стрижку можете проводить в август месяц. Сейчас посмотрите, какие можжевельники не стрижены. Вот давайте пройдем туда. Вот видно, как они поразваливались. Сейчас будем вот так подстригать. Работаем сегодня мотоножницами штиль нашими HS45. И, конечно же, подправляем ручными ножницами Гордена. Хорошие ножницы, всем советую. Также, после того, как мы постригли все можжевельники, мы обдуваем их дуйкой. Специально для того, чтобы выдуть все старые хвоинки, старый мусор, пыль с можжевельников. Сейчас я вам покажу, как это мы делаем. Друзья, продолжаем работать. Нам осталось 7 можжевельников. Можжевельники высокие, более 2 метров. Работа тяжелая. Заводим и вперед. Друзья, все успели мы сегодня постричь, благодаря, конечно, длинным дням. Сейчас июнь месяц, с погодой нам также повезло. После стрижки мы провели внекорневую подкормку всех хвойных растений на участке. Применяли мы такой микс удобрений, это Plantafol, Мегафол и Брексил Мульти. У нас есть на канале видео, когда мы делали внекорневую подкормку всех хвойных растений на одном участке. Я там детально все показываю, как мы разбавляем. Ссылочку на это видео сброшу внизу под видео в описании. Так что, друзья, подписывайтесь на наш канал.
Ставьте большие пальцы вверх. Всем спасибо за ваши просмотры, за ваши лайки. Всем пока!